И всем привет, дорогие друзья, с вами Лемикс, и сегодня мы продолжим играть в Minecraft с индустриальной сборкой на версии 1.12.2. И это уже третья серия. Сегодня мы должны начать изучать Industrial Craft. Мы вообще хотели сделать в прошлой серии, но в прошлой серии все занял переезд и постройка вот этого домика. Так что этим займемся мы в этой серии. Так, и насколько помню, первое, что нам нужно было, это генератор. Генератор делается с помощью железной печки, железопассивных аккумуляторов. А у нас есть все, кроме аккумуляторов, которые делают с помощью редстоуна. Так что сейчас, скорее всего, я пойду в шахту. Даже скорее всего, точно, я пойду в шахту искать редстоун. Так, ну вот все необходимое я взял. Так что сейчас мы пойдем в какую-нибудь ту шахту и будем там рыться и искать ресурсы. Надеюсь, найдем какие-нибудь алмазы, это было бы прямо в идеале. Ну, что получится, то получится. Всем привет. Как вы думаете, что произошло? Правильно, я подошел копать алмазы. И меня подорвал крипер. Ну, что есть, то есть. Читерить я не буду. Это, конечно, очень обидно, что сейчас все, что я имел, скорее всего, оно все просто сгорело в лаве. Ну, ладно, будем надеяться на лучшее. Конечно, безусловно, это обидно. А ведь оглянулся. Посмотреть, нет там никого. И не увидел никого. Так, вся наша еда, естественно. А нет, она здесь, повезло. Давайте возьмем что-нибудь такого. Убежали, будем надеяться, что там хоть что-то осталось. Так, ну что, если честно, я ожидал, что все будет хуже. Сейчас
Часть нашей брони уцелела, к сожалению, не вижу наш рюкзак. А, нет, вот он. Рюкзаку тоже повезло, он уцелел. Это очень большое везение, что я сейчас не со всеми своими вещами просто подорвался. Но это, блин, повод быть намного осторожнее, потому что сейчас могло быть очень-очень обидно, если бы все мои... весь мой лут улетел в лаву. К счастью, железо. Давайте сложим. Насколько я понял, в большинстве своем у нас пропало олово. Так, мы нашли два алмаза, это, конечно, круто, но два это не очень круто. А, все, помню. Ладно, пофиг, даже было на алмазы. Главное, это был уровень. У меня был 25-й вроде бы уровень. И я бы, если бы не умер, я бы сейчас мог зачаровать себе кирку на удачу. И мог бы намного больше алмазов выкапывать. Ну, видимо, не судьба. Ладно, давайте копать дальше. За шахты я вернулся. Я думаю, что вы поняли, что нужно лучше следить за тем. Ой, я случайно. Что нужно лучше следить за тем, кто рядом есть. Смотреть по сторонам, иначе подойдет крипер и все, пиши пропало. Тем более у лавы. А в шахте лава практически есть везде. Ну ладно. Так, нам нужно сейчас сделать аккумулятор. Аккумуляторы. Так, 4-5 штук. Все, наш первый генератор готов. Теперь нужно взять немного досок, сделать бэтпак. Бэтпак, я не помню, как он называется, просто привык, что в старых версиях. Ну, энергохранилище. Будем так называть его. Я просто привык, что в старых версиях он назывался бэтпак. Так. Угу. Пусть он у нас стоит здесь. Энергохранитель стоит здесь. Так. Нужен ключ. Она делается... Так, тут вход. Она делается... из порошка. Давайте мы сюда кинем. Гуляй, посмотрим. Так, понятно, не той стороной. Да, все. Наш первый прибор пошел. Слышь, он шумит. Давайте даже. Ой. Звук. Вот. Потише сделаем. Вот, отлично. Наш первый генератор работает. Энергия копится. Вот. А дальше. Что нам нужно сделать? Ну, по Industrial Craft как будем продвигаться. Я думаю, что нужно сделать бур.
Нужно 8, и с каждого получается по 3. Короче, проще уже просто взять, сделать и не считать. А, по 2, то есть нужно еще. 3, 4. Раз, три, четыре. Две катушки у нас готовы. И теперь все готово. Так, и дальше нужно 3 аккумулятора. И железные оболочки нужны. Располагаем все в нужном порядке. И получаем силовой агрегат. Берем, так вот делаем такую конструкцию, и все. Шахтерский бур наконец-то у нас готов. Мы его можем кинуть в зарядку. Он 30 тысяч вмещает, здесь 40. Отлично. Ну, я считаю, что на эту серию достаточно. Мы сделали с вами очень много, сходили в шахту, начали заниматься Industrial Craft. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Лемик. В следующих сериях мы продолжим изучать Industrial Craft. Я думаю, где-то через серию мы займемся Millionaire модом. И всем спасибо, что смотрели. Пока!